По данным исследования Высшей школы экономики, больше половины российских студентов вынуждены совмещать учебу и трудовую деятельность. При этом найти подходящую вакансию крайне проблематично. Именно поэтому команда казанских студентов разработала телеграм-бот «Опять работа» для быстрого поиска работы. Это был очень долгий, очень кропотливый процесс работы с разработчиками. Это было ужасно, но мы справились. Быстро и просто. Найти работу можно в два клика. Все, что нужно, запустить бот и поделиться с ним контактными данными. ХХРУ, Авито и другие платформы, они очень сложные. Они очень какие-то такие доисторические и так далее. Поэтому мы решили сделать что-то свежее, что-то трендовое и классное для того, чтобы студенты могли легко, с кайфом искать себе работу. Команда разработчиков регулярно проверяет сотни вакансий и публикует их в дочерних телеграм-каналах. Подписаться на них можно, запустив бот. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз.